рассеянен, нахожусь на пляже. И знаете, чем он прекрасен? Тем, что здесь никто не говорит по-русски. Вообще, слава всем пляжам, на которых не слышна русская речь. Еще хотела сказать, что единственное удовольствие, которое я получаю от русского языка, это когда я слышу ваши пропагандисты, говорят, что война проиграна. Вот это звучит правильно и хорошо для моего уха по-русски. Война проиграна. Россияне проиграли войну. Все, об этом сказал Гиркин, об этом говорит Пригожин, об этом говорит какой-то там, не знаю, еще сепар, который приехал в Донецк и показал российские какие-то... Показал, что Россия бомбит украинские села. Вот, когда вы говорите правду, ваш язык звучит очень хорошо. Вы говорите, что армии у вас уже как таковой не было к 2022 году. Ее стали разворовывать еще в 2012, по словам Пригожина. Раздавать людям какие-то фейковые звезды. Это вы бомбили Донбасс все эти 8 лет. Это тоже звучит хорошо. Вы должны еще научиться своим ртом говорить то, что Украина достойное государство и что оно защищает свои земли. Вы не можете на территории Украины защищать Украину. Так не бывает. На территории Украины защищают украинские войска. На территории Польши защищают польские войска, понимаете? То есть, ну, попробуйте защищать Шебекина на своей территории. То, мне кажется, Шебекино звучит, как будто это не ваше. Вообще, я не знаю вообще, что ваше? Вот что ваше? Вот Москва ваша? Москва ваша?